Всем привет! У микрофона Вели, ребятушки! В этом ролике я буду открывать Furious кейсы и Origin кейсы, удаленные кейсы Stand of 2 и сравнивать их дроп. Но ты не забудь, бро, это просто умопомрачительный ролик. Не забудь лайк, подписка на канал с колокольчиком плюс комментарий, потому что эти кейсы уже не купить в игре, только на рынке, не купить в магазине. И они уже заканчиваются и могут попросту исчезнуть навсегда. И мы сейчас будем сравнивать дропчик. У меня сейчас получается 20 Furious кейсов и 5, блинских, просто дорогущих Origin кейсов. Ну что, давай приступаем прямо сейчас. Ё-моё, ребятушки, начнем мы с Furious кейсов. Опять же говорю, с Furious кейсов. Их убрали из магазина после Origin кейсов, да. И мы сейчас просто полетели. Один Furious кейс обошелся мне в 180 голды. В 180 голды, на 80 голды больше. А Origin кейс мне обошелся в 1800 голды. Ну, кстати, уже как бы АКР Спортс Furious кейса. Я буду бустить, я буду все что угодно делать, потому что, опять же, чуваки, говорю, капец, как вообще, блин, дорого, поэтому надо будет вытягивать из этих кейсов по максимуму. По максимуму, то есть я хочу ножики, я хочу керамбитики, все это, пожалуйста, дайте мне. Скрыти хочу, юнивеси хочу, пожалуйста, Furious кейс, дай мне, пожалуйста, ножички, я очень хочу ножички. Ну да, засунь себе микрофон, Веля, в рот засунь. Вот так вот, да, как бы, конечно, вот. Ну, некромастер, ладно, выпал хорошо, блин, но буст видимо, видимо, на Furious бусты работают. Ну-ка, подожди, давай-ка, ну-ка, сейчас по красоте сейчас будет. Ну-ка, сюда открываю, смотрим, что у нас интересного выпадает. Ну, скажи, там еще Фури был! Ты что делаешь? Ладно, хорошо, все, Вели, соберись, Вели. Я, не, чуваки, просто ролик очень сильно дорогой получился. Поэтому, бро, пожалуйста, лайкость поставь. Ну, подпишись на канал с колокольчиком. Ну, что тебе это, впадлу, ждоли? Ну, ты что, зажопив мне, сули, лайк вот такой балдевый. Так, еще раз, кто не выкупает сколько? 184 стоит Furious кейс. Опять же говорю, Origin кейс сколько у нас стоит? Origin, да, Origin кейс у нас стоит сколько? У нас 1740. Ага, то есть я самые кейсы, типа, я за 1800 уже купил. Поймал! Тупо купил, все подешевело. Погнали, давай, Furious кейс, пожалуйста, ножичек. Ну, можно, брату. Ну, Фури, там пролит. Господи, какие синьки. Да какие синьки, ну, что за угар? У меня сейчас будет дизмораль, чуваки. У меня сейчас будет лютая дизмораль. Если мне сейчас нормально что-нибудь не дропнется, я еще раз. Драгон глаз. Очень сильно хочу драгон глаз. Прям капец, как сильно хочу. Скретч, вообще очень сильно хочу. Юниверс, дайте, пожалуйста, все открываю. Furious кейс, открываю. Давай. Да! Ребята, первый аркан сюда! Сюда! Ну, по сюда, все, отлично. А, ну, сколько у нас стоит Famous Fury? Давай посмотрим. Famous Fury, сколько стоит у нас? Famous Fury стоит как один кейс. Я купил один кейс, чуваки. Я окупил один кейс. Уже как бы лайк, уже как бы подписка, уже на канал, на этот великолепный. Итак, продолжаем дальше. Все-таки, видимо, бусты работают просто великолепно. У нас арканочка есть. Давай, Юниверсик, полетели. Furious кейс, мы годи. Давай, следующий квейк, короче, мне выпало 100 трековский. Неплохо, да? Вот, а мы дальше. Что я хочу из ножей? Я хочу Dragon Glass, капец, но он будет очень сильно дорогой. Ну, капец. Все, покрутил, повертел, погнали дальше. Furious кейс, пожалуйста, пожалуйста, Furious. Famous Beagle нам выпадает, обычный, блин, обычный эпик нам выпадает. Мы сейчас просто не волнуемся, не беспокоимся. У нас еще есть 13 Furious кейсов, да? Мы возьмем сейчас не с самого начала. Мы возьмем серединочки. Я сейчас. Давай, керамбит Клав. Клав, пожалуйста, давай нормально. Давай нормально сейчас, вот, чтобы, ну, по красоте сейчас бабахнуло. Ну давай. Да! Заскамили меня! Заскамили! Ну заскамили. Не, чуваки. Чуваки, ну вы видели. Ну вы видели. Ну заскамили же меня, ты видели, сколько там было ножей? Так, все, Furious, давай без вот этих твоих игр, да, как бы, давай нормально, Furious, пожалуйста, ну по-братски, дай нормально, ну какие Red Dragon'ы, ты угораешь? Дай нормально, Furious, прямо сейчас, давай мне, чтобы все было просто по красоте. Все, погнали, я сейчас, опять же говорю, еще ножички, еще пробущу. Давай, я еще Furious и Furious Speed пробущу вместе. Открываем Furious кейс и смотрим. Да ты,
Все, да еще и Фомат Фури еще раз выпал вторуйки и закупил бузочки. То есть, нази ты мне зопись, а Фурийский знаешь. А. Я в депрессии, пацаны. Я в депрессии. Вот такой вот бибуля за щеку опять залетает мне. Конечно же, после вот этих всех прикольбасиков с Фуриус кейсами. Ладно, Фуриус, ну давай, нормально, чтобы... Ну, нож, пожалуйста. Ну какой, боже мой, ты дурак, Фуриус. Ну нельзя было нож дать, но он пролетит. Господи, ты ножами просто... Ну заманивает ножами. Ну да, смотри, Фуриус кейс открывай, что там скретч пролетел, да. Что у нас сейчас? Да, одни синьки. Да, просто... А, череда синек тебе падает. Так, чуваки, 8. Фуриус кейсов. Пока что мне выпало 2 Фомас Фури. Я, конечно, надеюсь на многое, потому что, опять же говорю, Фуриус кейсы дорогие, капец. А, вот, давай мы сейчас... еще просто без бустика, просто обычное открытие. Так, хорошо, давай... я хочу шарк. Я хочу юмп шарк, пожалуйста, можно? Мне шарк. Ой, как я хочу синьку. Ага, вот. Да, ну давай, Фуриус Кейс, дай мне, пожалуйста, синьку. Я не понял! Как? Ты что, глупый? Ты глупый, Кейс! Он глупый! Так, я хочу клав. Очень сильно хочу клав. Кейс, дай, пожалуйста, клав. Ой, как же я хочу клав. Блин, как же сильно. Хорошо, понимаю. Ага, у меня остается, получается, 5 Фуриус кейсов, целых 5 Фуриус кейсов. И идут дальше Origin кейс. Давай, пока что, в принципе, неплохо. 2 фури мне выпало. Открываем Фуриус кейс и ой, ну-ка. Да, действительно, зачем мне ножи? Да не нужны мне ножи, реально. Зачем мне ножи в кейсе, который я покупал за 180 голды? Да не нужны мне ножи. Да не нужны, оставь их себе. Оставь, Фуриус, их себе. Ты серьезно угораешь? Фуриус, ну сил уже нету, ну да, что-нибудь под... А, блястяще! Блястяще! А ВМГир вообще классно! Великолепно! Я уже представляю, что мне будет падать с Origin кейса, я уже представляю, чуваки, я, знаешь, все уже как бы моя кукуха поехала далеко, вон! Туда! И, собственно, уже можно дооткрывать Фуриус кейсы, дооткрывать и просто надеяться на самое лучшее, что может произойти в этой жизни. Конечно же, на эпик. На квик. Все, я сейчас бущу на ножи. Фуриус кейс. Давай, пожалуйста. Ну, это же ну, ты последний кейс, да какой Акерспорт? Боже мой. Так, ну сейчас как бы градус напряжения будет еще сильнее. Пожалуйста, бро, поставь лайк. Опять же говорю, лайк это везение, лайк это огромное везение. Если еще вдруг не поставил лайк, обязательно поставь его прямо сейчас, потому что мне очень страшно покупать Фуриус кейсы, потому что здесь 7000 голды. Да, в 5 кейсах 7000 голды. Мне может выпасть Acker, Treasure Hunter, Star Trek, я могу быть просто богатым, просто rich bitch. Мне может выпасть нож, я тоже просто окуплю все. Мне может выпасть M9 Bayonet Dragon Glass, я тоже все окуплю. Но если мне нифига не выпадет, я просто буду в огромном минусе. Все, погнали, давай. Я бущу на ножи сейчас. И первый кейс мне выпадает. Ой, ну, конечно же, Predator! Ну, конечно же, Predator, боже. Да ну нафиг мне так стрёмно эти кейсы открывать. Они ультра дорогие. Так, давай так, нафиг мне ножи, потому что я понимаю, что из ножей, если мне выпадет какой-нибудь M9 Bayonet Dragon Glass, я окуплюсь. Мне нужен Treasure Hunter Strike. Я, значит, за курочек такого. Дёргаю. Да, за курочек. Ты мой хороший, да. Все, и открываю.
Сейчас будет Treasure Hunter. Сейчас выпадет Treasure Hunter. Вау, Treasure Hunter! Вау, статрек! Вау! Офигеть, чуваки! Вау! Все, про... Да-да, три кейса, чуваки, три оригин кейса, мне что-то не до шуток, вообще не смешно, не знаю, почему мне вообще не смешно. Я хотел за здравие, заканчиваю за упокой. Кейс посередине, еще раз мы АКР Treasure Hunter. Давай, вот так вот, еще раз за курочек подергаем. И на всякий случай, от греха подальше, забущу на ножи. И мы смотрим, и мне выпадает гуль! Мне выпадает гуль! Вау, класс! Все, у меня очень сильно очко горит, чуваки. Сильно очкак у меня горит очаг! Левый или правый? Давай правый. Открываем. Let's go, смотрим, что мне выпало. О, Cyberpunk. Блин, а я уже забыл про этот скин, чуваки. Какой скин красивый, а я про него забыл. Ля, пацаны, реально. У нас же есть Юмп-45 Киберпанк. Лол. А я про него забыл, понимаю. И последний Origin Case, который у меня есть. Да, я открываю прямо сейчас. Только сначала вы лайки поставите. Поставьте, пожалуйста, лайки. Ну, пожалуйста. Лайки — это везение. Ставь лайк. Лайк выглядит вот так вот. Вот лайк так. Ба-бам. Вообще классно. А если можно еще подписаться на канал, с колокольчиком прожать лайк, колокольчик, комментарий. Все, давай. Пока.